будешь удивлен, но именно тебе я хочу подарить данный нож ценой 10 тысяч рублей. Чтобы получить тебе его, надо подписаться на мой канал, поставить лайк и писать чем можно больше комментариев, указав ID ВКонтакте или Телеграм. В случае победы я только так смогу с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик и именно там подведу итоги. Каждый день я отдаю очень много скинов, поэтому тут все прозрачно и честно. Желаю тебе удачи и погнали смотреть ролик. 2150 рублей баланс на топ скине, это еще одна попытка вывести слоу баланса ножек или какие-нибудь перчатки. Но честно говоря, я уже не знаю, насколько далеко мы можем зайти, потому что в прошлом ролике вчера мы подняли М-ку за 100 тысяч рублей. Я ее успешно вывел. Чуть-чуть я подслил, честно говорю. Но сейчас баланс 200, я хочу попробовать опять пооткрывать самые популярные кейсы и выбить себе ножик. Честно скажу, я не знаю, куда мы сегодня зайдем, но такую большую сумму я не закидывал. Я ее оставил. Но если вдруг ты когда-нибудь захочешь поиграть на топ скине, знай, что есть промокод папа, который дает абсолютно самую большую имбу плюс 40%. Любая твоя сумма умножается на 40%, будь это 1000 рублей, 10 тысяч, либо даже 100 тысяч рублей, ты будешь получать бешеный бонус в виде 40% на абсолютно любую сумму. Конечно, пополнять ты можешь абсолютно любыми способами, вот как ты хочешь, без разницы. Но просто знай, что если ты окажешься на топ скине и захочешь поиграть, промокод папа — это самый лучший и самый окупаемый промокод. Ну а мы приступаем к 2100, и знаете, что я хочу сделать сразу? Найти какой-нибудь кейс в районе 200 рублей, чтобы попробовать его открыть на ровно 10 раз. Но смотри, на 200 я не нашел, хотя вот есть какие-то ютуберы, но ютуберов я пока не хочу трогать. Давай Tekken 8. 10 штук, 1190 рублей. Вот это довольно интересно. Содержимое кейса. Трое пар перчаток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ножей. Господи, как же их тут много. Ладно, поехали. Наша задача — открывать как можно больше кейсов и посмотреть, где же здесь самый дорогой дроп. Но честно, я хочу безумно 2500 рублей. Мне каким-то образом, нормально, 1390, я бы даже сказал, хорошо. Мне каким-то образом нужно сделать плюс 150 рублей, потому что если вдруг получится, у меня все-таки есть план. И знаешь, я вот думаю, вот я не знаю, что это за ютуберы, но я думаю, может, давайте откроем один. Геосков. Хер пойми, кто это. Стримит на Твиче. Я не знаю, сколько у него подписчиков, но давайте даже проверять не будем. Просто поверим на слово, что якобы это крутой кейс, и он должен окупить. Если честно, я сомневаюсь, что этот кейс много раз открывали, но на 10 раз давай попробуем. Просто есть вероятность, что мы сейчас сольем. А если мы сливаем, это уж очень плохо, потому что мы в таком большом минусе будем. Господи, пожалуйста. Ядерный сад. Ну, знаешь, такое ощущение, что могло бы быть, даже мог бы быть окуп. Я не скажу, что кейс плохой, в принципе, нормальный. Но то, что он меня подслил, маленечко подскамил, это, конечно, не очень. И я понял, что лучше открыть тогда кейс подешевле. Но какой? Здесь кейсов дофига. В районе 100 рублей, я думаю, здесь тоже очень много. Ну, знаешь, типа кейс Reddit, типа кейс X. Я не знаю, что это, я даже не могу представить. Давай, конечно, попробуем, но подожди. Здесь даже бабочка. 5 ножей. 5 с хороших позиций. Хотел сказать 5 ножей, но 5 ножей здесь нету. 3 ножа, 2 пар перчаток, плюс еще вулканы, азимовы, кровь в воде. Давай попробуем. Он, кстати, что? Лимит истек? Лимит 0.25. Блин, а что они его тут держат, если лимит истек? Это, конечно, обидненько. Ну ладно, давай попробуем ютубчик. Тут тоже 5 хороших позиций. Тоже 2 пар перчаток, тоже ножи. Давай попробуем его. В любом случае, сейчас чем дальше мы пойдем, тем будет лучше. Потому что моя задача — сделать 2500 рублей. И я сделаю невозможное. Я сделаю... Неоновая революция, подожди. Сюда! 2846. Это совершенно неплохо. 3500. Так, подожди. Нам выпало 2700. Мы открыли на 1300. Я что-то не совсем понял, как это работает. Давай попробуем еще раз. Если просто еще раз так окупает, это почти 5000 рублей. Но вероятность очень маленькая. Скорее всего, мы сейчас сольем. Да, дождь из пуль самая дорогая. Ну, нет. Подожди, 2300, дождь из пуль — это очень крутая пушка. Погоди, я что, нашел самый окупаемый кейс? Вот честно, я хотел поднять 2500, чтобы сделать очень крутую заварушку, но сейчас я понимаю, что я не хочу уходить с этого кейса, ведь я думаю, что я нашел самый окупаемый кейс на топ скине. Давай попробуем открыть его еще, еще и еще пару раз. Зубная фея на охоте, фантомный вредитель. Может быть, я не знаю, это какая-то имба. Это реально какая-то имба. Окупает абсолютно каждое открытие.
открытие, плюсом это открытие довольно-таки дешевое. Ну смотри, 2200 у нас уже 5000 рублей. Мы открываем на 1320 рублей, и это очень дешево. Давай попробуем открыть еще. Блин, вот я, знаешь, вот я сам хочу открыть еще. А понимаю, что он сейчас может скамнуть нас. Ну, блин, черт возьми, даже если он нас и заскамит и даст там, ну, к примеру, 200 рублей, что, в принципе, я думаю, невозможно. У нас все равно 4000, и у меня все равно все в окупе. Накаркал. Вот сейчас... А подожди, он все равно окупает. 1000-1500 рублей. Это какой-то уникальный кейс, потому что... И вот сейчас. И вот сейчас он первый раз сливает. 636 рублей. Вот это чертовски плохо. Вот это прям максимально плохо. Ну, ничего. 5000 рублей есть. Это самое главное. А за 5000 рублей у нас тут такие кейсы открываются. Вы не представляете. Обидно, конечно, что нам не хватило до 500 рублей. Но, допустим. Ну, например, мощный коп мы открыть точно можем ровно на 10 раз. Это 4000 рублей. И здесь уже 4 ножа. Если мы открывали дешевые кейсы, вы помните, наверное, там было 5 позиций. Здесь позиции 6. Let's go, попробуем. Думаю, что сейчас может. Ну, не то, что может. Я думаю, что он должен купить. И должен купить чересчур сильно. Давай по... Ну, нет, фантомка это не окуп. Какой-то супер слабый окуп. 3300, но это прям супер слабый. И такой звук, как будто комета сдвинулась. Ну, нет, 4200 это слабовато. Нужно что-то такое открыть. Возможно, даже открыть что-то... Что-то вот такое. Что-то по типу самурая. Нестандартного. Плюсом здесь дорогие ножи. Куча-куча красного. Куча-куча розового. Вот это нам стоит открывать. Самурай. 3750 рублей. Открываем ровно. Ну, получается, на десяточку. И на надеемся, что будет окуп. Так, сейчас наша задача просто пооткрывать самый популярный кейс. И в конце, блин, хотя бы 2400. Знаешь, вот такое ощущение, что вот он нам дал с одного кейса максимум и сейчас будет сливать. Мне ж на секундочку захотелось просто взять и открыть какой-нибудь кейс, который стоит 3000 рублей. Выберем один какой-нибудь грандиозный кейс, например, коллекцию нюк и попробуем открыть ее. 100% будет вторая часть, поэтому давайте сразу. Если вы будете играть, используйте промокод папа. Ну а сейчас, в принципе, мы зашли до 5. Это уже хорошо, потому что мы вывели абсолютную имбу, 100 тысяч рублей. Но с этого баланса мы продолжим завтра.